Всем привет, меня зовут Даша, и в этом видео я вам покажу вариант изготовления планки на однофантурной вязальной машине. Для образца я выдвину 30 игл. Набор сделаю обычным обвитием. Заправляем ниточку в каретку. Плотность у меня стоит 4, все рычаги выключены. Это пряжа Alize Lana Gold. Выдвигаю 5 игл. Щели. Теперь можно подвесить грузики. Допустим, планку мы будем делать на ширину 5 петель. Мы выдвигаем эти петли в переднее нерабочее положение. Берем ниточку. И начинаем делать обвитие повторно. Сделали обвитие и ниточку прокладываем сверху над иглами. Включаем рычаг частичного вязания и делаем ряд. Теперь иглы, которые у нас выдвинуты, мы задвигаем обратно в рабочее положение. Делаем ряд. Опять выдвигаем 5 игл. И опять делаем обвитие. Ниточку сверху. Ряд. Иглы задвигаем. Еще раз. И так делаем на длину планки. Так, мы отвязали наш образец, теперь можем его снять. И теперь просто закрываем все петли через колок. Снимаем грузы. Снимаем наш образец. Так, сейчас я образец отпарю и покажу результат. Вот такой образец у нас получился. Это с лицевой стороны планочка выглядит вот так, то есть более плотные петельки. С этой стороны так, тоже видно, что петельки более плотные. Такой край идеально подходит для установки кнопок пришивных, либо обычных пробивных. Он не растягивается, не закручивается, не деформируется. Также можно использовать немножко другой способ. Брать нитку не с этого же мотка, а с другого. Вот здесь я показала на контрастной нити. Можно брать нить того же цвета, но для этого способа можно не использовать функцию частичного вязания, а провязывать каждый ряд. И тогда результат будет тоже очень симпатичный, аккуратный край. И также можно сюда устанавливать кнопочки. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока!